карте мира мы увидим батькивщину, на карте родины родную Украину, на карте Украины видим мы Донбасс, на юге области увидим город наш. Наш Мариуполь никогда не был столицей, зато открыт был для любых он кораблей. Здесь были греки и казачьи станицы, бывали здесь и покорители морей. Иду гулять по Комсомольскому бульвару, мигает мне огнями родный Азовсталь. Кто отдыхает, ходит лишь по тротуару, а остальные на заводах варят сталь. Вот молодежь гуляет весело и шумно, мы водку пьем, мы любим, учимся, поем. Но если надо, мы ведем себя разумно, а выйдет время, мы все в армию пойдем. Ать, два! Нас будут ждать домой красивые, закрою сейчас глаза, чтобы ни на кого не смотреть, девчата и письма полные любви. Письма сегодня, да, видели письма писать. А выйдет срок, мы побросаем автоматы, нам надоело по мешкам с дерьмом стрелять. Мы будем ехать через нашу батькивщину, потом через родную нашу Украину, потом проедем мы богатый наш Донбасс, шахтер-чемпион. А возле моря нас встречает город наш. Люблю по Жданову пройтись, хороший вечер, и посмотреть на наших ждановских девчат. Здесь могут быть незабываемые встречи, здесь, если надо, говорят или молчат. Здесь могут быть незабываемые встречи, здесь, если надо, говорят или молчат.